Мы уже сняли ванчик, приехали на первое место парковки. Вон там Мила в окошечке. Вот так вот он выглядит. По-моему, это Mercedes Sprinter, переделанный, бывшая курьерная машина. В общем, она буквально, ты вынимаешь ключи, сразу защелкивается. То есть выдали нам вторую пару запасных ключей, потому что это люди неоднократно себя защелкивали, точнее, неоднократно оставляли ключи в машине. И после чего, соответственно, могли упасть. Тем не менее, вот такая вот. Я сделал обзор еще внутри тоже. Ну вот, Вейл. Первая стояночка. Сегодня вот 2 часа. Мы сейчас поужинали. Тут немножко встревает дверь, ее надо. Оп, вот так защелкиваю, тогда она, потому что снутри можно себя, опять же, изнутри можно себя закрыть случайно, если дверь плотно не закрылась. Ну, всегда есть задняя дверь, через которую можно выйти. В общем, как-то так, сделал обзор внутри, вот окошко, в общем, все здорово, на самом деле, отлично. Двигатель сейчас работает, потому что у нас там работает свет. И мы включали еще немножко отопление, пока сидели. Ну, на самом деле, просто экспериментируем. На улице градусов 12, наверное, где-то так. Но внизу и здесь довольно сыро. Поэтому как бы так зябко. Но, в принципе, вот можно примерно посмотреть, что там происходит. В общем, очень уютненько, если честно. Очень уютненько. В общем, все здорово. Ну и все. Приключение начинается. Мы на 3 дня. На 4. Сегодня, завтра, послезавтра и уже потом в понедельник обратно. Сегодня 7 декабря. Как говорится, поехали. Тарелки. В общем, есть абсолютно все, что надо. И все вообще правильно такие. Масло, в общем, все. Салфетки, туалетная бумага, даже вот варенье какое-то есть. Вода у нас сейчас вот уже работает. Горячая, холодная, насос включен. Горелки работают все. В общем, все нормально. Холодильник.